Ми? Ти. Ми. Для шестирічного Едіка шкільний дзвоник пролунає вперше. Він же намагається читати, писати, та все одно ніяк не може попрощатися з дитячим садочком. Кожен, хто його запитує, чи підеш ти в школу, чи готовий ти до школи, він каже, я буду в дитячому садочку. Мені тут цікавіше. А чому не хоче в школу, він не може відповісти. Його мама Олена дуже переймається, як підготувати сина до 1 вересня. Щойно з'являється вільна хвилина, шукає в мережі різноманітні ігри та вправи для дошкільнят. Головний акцент робить на читанні. Бо я дуже боюсь, що він піде в школу, буде вчити англійську з 1 класу. І не знаючи своїх літер, англійський він взагалі не запам'ятає. Жінка розповідає, що усіляко намагається налаштувати дитину на робочий лад. Каже, ти будеш мій вчитель, я буду твоя учениця. І йому трохи цікаво, але згодом все одно йому набридає. Особливо, коли я починаю його виправляти. Він ж вчитель, як це ти, мама? Ти ж знаєш, я сам знаю. Те ж саме з мозаїками. Начебто йому цікаво її складати, але тільки починається якась щось йому незрозуміле, він вже одразу починає лінуватись. Які слова на буквами? Мама, мишка. Молоко, машина, вітла. Я зрозуміла головне, що якщо він не хоче навчатися в дану секунду, в дану хвилину, то він і не буде його вчити. Які букви я б йому не показувала, він навіть ідеально їх знає, він буде плутати їх місцями, він буде плакати, він буде терти очі, але змусити його це практично нереально. Як уникнути найпоширеніших помилок при підготовці дитини до школи і без проблем пережити важкий вересень? Відповіді далі. Як допомогти матусі, першокласника, а також іншим матерям інших школярів, як підготувати дітей до школи, дізнаємось далі від нашої гості. Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Так, і ми зустрічаємо гостя у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, будемо сьогодні на таку актуальну тему говорити. Дійсно, залишився місяць до школи, батьки в паніці. Я із себе пам'ятаю зі шкільних років, навіть я була в паніці, там з другого класу вже як пережила перший, вже думаю, ні, я туди не хочу. І от як підготувати дитину до цього, що ось починається школа, знову почнеться цей режим, зранку вставати рано, там сидіти до обіду, працювати, там вчитися. І от у нас є історія теж мами першокласника, як його підготувати, він не хоче з садочка йти. От. Ну, от якраз історія у нас про младший дошкольний возраст, да, і часто вот такі вот вопросы, действительно, как подготовить, мотивировать ребенка, хотя есть, конечно, и в подростковом возрасте свои вопросы, да, то есть, ну, мы сейчас, например, немножко выделим дошкольный возраст и младший школьный возраст, да, то есть это где-то до 5 класса. То есть очень важно родителям понимать, что есть определенные периоды развития ребенка, да, и вот как раз до 6 лет особенный такой сензитивный период, когда ребенок очень хорошо впитывает знания, очень хорошо поглощает все новое, интересное. То есть тогда ему могут быть интересны различные там детские энциклопедии, что-то интересное, да. Вот. Понятно, что сегодня такой период, что при подготовке к школе и требования к школе достаточно высокие, причем не зависит это от школы, там, лицей или школа, обычная какая-то школа, да. Поэтому, естественно, здесь позаботиться о развитии ребенка необходимо. Хотя я, как и психолог, конечно, вот, как бы для меня эта ситуация, наоборот, мне она очень не нравится. То есть я считаю, что дети должны до 6 лет заниматься детством, играться, развиваться в общем развитии, а не учить буквы, да, если как бы это необходимо, надо быть готовым уже к школе. Но у нас есть своя ситуация на сегодня, система образования требует, чтобы ребенок был в некоторой степени готов. И вот здесь как бы очень важно, вот хорошо служит как пример метафора, да, то есть гора.
Вот. И вот, например, представьте, да, родители, что вы собираетесь подниматься вот в эту гору. То есть, как бы, и ребенку, кстати, также можно рассказывать, что вот ты хочешь, какие у тебя мечты, чего ты хочешь, да, то есть мотивация ребенка к учебе, что это такое вообще, что оно дает, что находится на вершине, вот то, что ты сможешь увидеть, да. Угу. То есть это можно рассказать в каком-то красивом варианте и эти метафоры одеть на реальность. То есть, например, красивые облака, это, например, возможность тебя как бы видеть мир, например, когда ты там достигнешь чего-то, когда ты хорошо будешь учиться. Ну и вот так вот, да, то есть находить вот эти параллели. Но что в основе лежит, да, то есть для горы, чтобы туда подняться, какие ребенка, нужны ли ребенка конкретно знания, вот очень много знаний каких-то, или они должны быть какие-то практические, да, вот, или все-таки мы должны обратить внимание на какие-то навыки. Вот знаменитый очень педагог, учитель Василий Сухомлинский, у нас в городе его хорошо знают, да, в честь университета он назван, университет в честь его имени, точнее. Вот, то он говорил, что, в принципе, само развитие ребенка очень важно учитывать его эмоциональное и интеллектуальное развитие. Кстати, вот у него в практике, да, то есть какой-то пример, что-то около 100 детей, которые проходили у него обучение, но дети были с задержкой развития, да, все дети, это как бы вот на заметку тоже родителям, что дети были с задержкой развития, но тем не менее все дети выпустились, смогли поступить по разным направлениям и быть, именно восстановить уровень своих знаний, развития, такой, как соответствует их возрасту. Что же такого волшебного он делал? Да? Так, ось питання, да, що зробити, щоб дитину от підготувати от, навіть і в такому віці? Здесь важно запоминать, что лето – это, конечно, время отдыха. То есть детям здесь здорово, нужно очень замечательно отдохнуть. Но это должен быть полноценный отдых. И активный, и где-то пассивный. Да? Но такой момент, как развитие ребенка, это не нужно воспринимать как вот задача сидеть и учиться. Мы делаем английский, мы занимаемся математикой с репетитором, и вся школа продолжается. Нет. Здесь важно вот именно в этот период у ребенка не оставлять навыки, такие основные, которые он должен уметь, и они ему пригодятся, вот, например, для подъема на эту гору. Что это? Навык самоконтроля, навык самоуправления, самоорганизации. Да? То есть в этот период, чтобы у ребенка возникали внутренние какие-то задачи, что-то делать, и он мог себе сказать, я, например, за лето могу вот это, могу вот это. Как этот формируется навык? Да? То есть и вот здесь как бы важно как бы родителям понимать, что даже в любой педагогической литературе наличие родителя рядом, взрослого, который ребенку помогает, но это необходимо. То есть, к сожалению, сам по себе ребенок брошенный, то есть, конечно, талантливые дети, которые смогут и сами где-то, да, но родителю надо это видеть, то есть может сам или не может, да. Но тем не менее присутствие, вот есть такое понятие, ближайшее поле развития, что центр, вот да, ребенок, то есть он не может перешагнуть сразу сам одной ногой в поле развития свое, да. В этом маленький есть промежуток, где все-таки он с родителем. И особенно вот это первые классы, да, особенно вот первый класс, второй, то есть где-то еще ребенка нужно поддержать. Но и обязательно постоянно убирать контроль, да, родителя и постоянно давать ему какие-то навыки. То есть сам складываю портфель, сам собираю школу, сам смотрю время. Но для того, чтобы ребенок все это сам делал, он должен понимать, как это делать. Да? Тобто спочатку батьки показують, розказують, так, і сина не контролює дитину. Не треба сидіти над ним і казати, давай вчи, вчи, вчи. Да. Вот. Ну вот навыки, опять же, как можно сделать лето так, чтобы оно было и развивающим, и интересным. На самом деле ничего такого сложного нет. Да? Вот. Понятно, что не все родители там знают язык, могут позаниматься языками. Но здесь, конечно, есть вопрос. Можно найти такого педагога, который бы проводил, например, занятия, но должны быть в интересной форме. То есть очень важно. Если вы посадите ребенка просто учить английский, ну, какой-то ребенок сделает, потому что должен, потому что такой темперамент слабенький, то есть неактивный. Ну, родители сказали, делаю. Да? Но потом это все скажется на ребенке, что он будет делать, да, то есть и усталость вот эта. Поэтому, конечно, что если он занимается чем-то, то это должно быть организовано в какой-то интересной форме. То есть это может быть какая-то игровая математика, то есть, ну, родителю надо об этом подумать, да, что это и как это, там, сколько мы яблок там собрали, куда там, то есть придумать посложнее задачи, а что в магазине нам надо купить, сколько, как мы денег потратим, да, ну, как бы увеличивать задачи, а как вообще, и вообще постоянно, понимаете, вот очень хорошо это смотреть вот на жизнь, выбирать вообще, что родитель сам делает, например, ходит, делает покупки в магазин, например, он там готовит есть, да, и вот как раз вот здесь вот эти практические навыки, просто искать смысл, а как это делается, а как продукты добираются до магазина,
да, то есть, а как вообще нужно, чтобы салат получился, да, то есть, или еще что-то. То есть вопрос себе родитель сам задает, что я такого обычно делаю, и как оно делается, и знает ли мой ребенок, как это делается, угу, да. И передавать это все детально. Да, и вот эти вот практичные задания, как бы ребенку давать, то есть это называется внутренняя работа мозга, да, то есть когда ребенок просто на палочках научается или на пальцах считать, то он как бы, мозг тут особенно много не использует, но когда внутри его складываются различные схемы и процессы достижения чего-то, да, то есть аналитики. Такие же процессы идут в различных играх. Uh-huh. То есть поэтому, конечно, родитель, особенно если это лето, то уже нет кружков особенных, да, то здесь очень важно у родителя найти время, хотя бы какое-то, какие-то дни повыделять, да. А, особенно дети часто, вот сейчас такая, как-то дети просят, дайте мне, родители, один день мой, чисто мой со мной провести. Да, вот мой день. Угу. Очень хорошая практика, то есть выбрать такой один день, где ребенок будет вот вместе с родителем. Например, здесь нет сложных, опять же, задач. Это могут быть игры, это могут быть общения. То есть вот, да, вот эти навыки, которые формируются в результате при подъеме на гору. Угу. Ведь мне нужно будет там и помощь где-то попросить, да, то есть и провести себя уверенно, проявить там, да, то есть пошел в магазин, сам что-то купил, например, то есть родитель на практике это применяет. Вот, то есть как бы такие вот, в английском языке есть такое слово soft skills, угу, да, то есть вот как раз вот повышение самооценки своей, уверенности в течение лета, все это возможно. Ни в коем случае нельзя забывать родителям, что ребенок не должен сидеть дома летом, і, да, то есть общение должно да, быть... До речі, хотіла за це спитати, от є підготовчі ж курси навіть, от дошкільна, да, там, ну, якась школа, наприклад, підготовча для дітей. Да, да. Чи варто туди віддавати дитину, чи все ж готуватись ось так вдома з самим з дитиною? Ну, смотрите, тут зависит от того, наскільки видержаний родитель, наскільки він підготовлений, конечно, к тому, щоб передавати і готувати ребенка. То есть, ну, конечно, это проще отдать в развивающие центры, особенно где родители видят, что подход очень там как бы, ну, хороший, да, то есть приятно, ребенку нравится, он ходит туда с неким таким все-таки интересом и удовольствием. А, поэтому там, конечно, педагоги, которые профессионалы, они могут получше подготовить, да, то есть есть смысл отдавать. Но опять же, вот некоторые говорят, вот для ребенка это ж такая нагрузка, там ничего не нужно. Есть некий баланс. Давайте, нужно понимать, что есть некая у ребенка, иногда он хочет учиться, угу, а вообще самая большая психологическая проблема, да, какая? Что ребенок или не умеет учиться, он просто не знает, как это делать. То есть, как процесс не подготовлен. Угу. То есть, какая-то усидчивость, какая-то, да, вот посидеть над чем-то подумать. Та же игра, это тоже посидеть, это тоже подумать, да, то есть, как бы побыть в этом времени усидчивым. Угу. Но при этом развиваются и мыслительные процессы. Вот. И вторая проблема, это не хочу учиться. О, це часто проблема, навіть у мене таке було, я пам'ятаю. Да, ну, то есть, вот, опять же, нету внутренней мотивации у ребенка. Uh-huh. И, конечно, родителю надо подумать, да, какие-то книги читаются в течение лета, да, то есть, какие-то игры играются. То есть, вот подумать, что вот планирует родитель делать в это время, все-таки уделить чему внимание. Не надо много же, говорю, всего брать, да, то есть, какие-то практические навыки, чтобы ребенок приобрел необходимые для его возраста. То есть, ну, как бы думать, а какие же тогда навыки необходимы. Предлагаю в интернете поискать, есть конкретно, да, то есть для 5-6 лет должен уметь это, там, то-то-то, должен уметь это, уметь это, уметь то-то это. В цьому, ну, випадку мы можем довериться интернету, да? Можно, да, поискать, конечно, естественно. И там как раз вот эти практические навыки, угу, понимаете, у ребенка на самом деле внешняя мотивация, когда он получает конфету за что-то, она очень слабая, она недолго работает. А внутренняя мотивация – это то, что ребенок может сделать сам. И когда он может сказать «я могу». Ну, слухайте, ну, почитаємо в інтернеті, наприклад, які навички мають бути у дитини, так? Мама почитала, все, о, немає такої навички, він таке не може, тоді я не віддам його в школу, або віддам пізніше на рік. От mm-hmm. що робити в такому випадку? Бо часто її переносять. Ну, віддавати школу все-таки психологи рекомендують в 7 років. То есть тогда сформировано, да, уже больше и некоторые функции мозга, когда ребенок больше может концентрироваться, во-первых, да, то есть если там шла какая-то подготовка в школе, он все равно привыкает там посидеть где-то, послушать mm-hmm. кого-то, да, то есть тогда он легче будет входить в школу, и это, ну, надо наблюдать, конечно, за, вот важный очень момент, у всех педагогов он прямо вот красной линией проходит, да, mm-hmm. что все дети разные. Угу. Это очень важно учитывать, да, то есть и здесь мы обращаем внимание, но в среднем, да, ребенок готов в школе все-таки больше ближе к 7 годам, да, то поэтому у родителей как бы здесь очень важно посмотреть на своего ребенка, на его отличия, как он, чем занимается, как он увлекается. Некоторые дети в 5 лет действительно книжки читают, с удовольствием проглатывают, в 5 лет уже, да, а кто-то 8-9 лет до сих пор не может прочитать книжку, да, то есть и не тянет его туда, угу. хотя есть увлечения какие-то другие, разные.
Да? Но нам нужно понимать, что ребенок, особенно в период лета, да, то есть он получает и эмоциональное развитие, и интеллектуальное. Вот, например, тот же Сухомлинский Василий, да, то есть он проводил занятия свои на природе, очень любил. И естественно, вот этот процесс, да, нахождения на природе с ребенком. Угу. А как там то устроено, ребенку спросить? А смотри, а почему там, например, листья одной такой формы, да, там, а тени такой вот формы? А ты когда-то интересовался? И опять же, все это усложнять. Да? А как питаются деревья? Откуда они берут все питание, почему один фрукт получается сладкий, другой получается горький, как так происходит, да, то есть вот эти вопросы можно узнавать, а ты знаешь, как это происходит, и вот как бы просто про мир, рассказывая, угу. про внутреннее устройство мира, я же говорю, смотря на то, что вы делаете, особенно на природе, это очень здорово, да, можно делиться, общаться с ребенком, узнавать больше. То и все залежить да. від батьків, так, от, да. як батьки, ну, якось нададуть інформацію, так і дитина її буде сприймати. Да, да, давайте да. коротко, так, найголовніші пора ради, от що зараз робити, от за місяць, залишився місяць, лише серпень, як підготувати дитину от до школи, от налаштувати? Ну, во-первых, родитель должен быть готовым, сам расслабленный идти 1 сентября, это значит, у него должно быть все продумано, да, то есть у него должны быть у ребенка куплено то-то-то-то, то есть, конечно, уже время для того, чтобы думать и про школьную форму, про рюкзаки и наполняемость, канцелярия и все остальное. То есть, поэтому ребенок будет больше нервничать, конечно, если родитель. Но, опять же, не так, сколько нервничать, можно сейчас, например, не успеть все понимать, что это можно успеть начать в начале осени спокойно докупить все, что необходимое, mm-hmm. да, то есть вот так вот. То есть сейчас уже время для подготовки, это действительно однозначно. Кроме того, сейчас уже можно, например, с ребенком какие-то делать действительно вот эти интересные занятия. Пусть это будет математика, пусть это будет, может быть, литература, пусть будет это английский язык. Ну, поле деятельности для развития на самом деле большое, да, mm-hmm. то есть просто родитель выбирает, что может быть нужно ребенку, да, там, подтянуть где-то чтение, но сделать это так, чтобы это было не так, как в школе. Должен прочитать и рассказал там, да, а сделать это в интересной форме. Давай я кусочек прочитаю, теперь ты кусочек прочитаешь, ты мне кусочек расскажешь, я тебе расскажу, что там было интересного. Uh-huh. Я прочитаю кусочек, а ты должен найти, что в моем кусочке было интересного, да, и то есть вот это вот общение, пересечение, да, то есть главное вот уделять это время, причем это могут быть разные возраста, иногда дети не хотят читать и в старших классах, то есть и тут родителю, да, если уже он видит, что совсем мотивация падает, да, то есть вот опять же какая-то форма общения с интеллектуальным неким таким аспектом, но легко. И вот здесь уже говорить о том, что вот сейчас, в ближайшее подходящее время к сентябрю, желательно себе это уже спланировать. То есть хотя бы раза три в неделю с ребенком в таких вот интересных формах проводить, например, такие занятия. Это тоже будет уже помогать. Да? Mm-hmm. Ну и плюс, конечно, это то, что где-то уже можно говорить про мотивацию. Слушай, скоро школа. А зачем тебе вообще школа? О, я там не люблю ходить в школу. Поговорите с ребенком, например, про его мечты. О чем он мечтает? Угу. Да? То есть, чего ему хочется? Какие у него вообще желания на будущее? И здесь очень здорово можно понимать, что вот эта мечта, на конце, то есть, которая стоит, да? То есть, в начале, какие необходимые навыки в горе стоят? Да? Быть сильным, уверенным, там, силы подкачать. А что для этого нужно? Да? Какие-то, то есть, надо тренироваться, то есть, надо что-то делать. Ага, точно, оказывается, там зайти до горы не просто так, слабенький не пойдешь. Потом дальше, да, какие конкретные навыки, конкретные угу. знания нужны, то есть что тебе тогда нужно, там какие-то предметы, да, то есть мы поговорим, твоя мечта космонавтом, ага, какие предметы на это должны быть? Я думаю, навіть да. не тільки з маленькою дитиною, це і з дорослими досить таке актуально, до того да. ж дорослі вже більш усвідомлюють, що їм треба, і їм краще це дається як мотивація, що мені треба йти до школи обов'язково всього. Да, і от здесь, понимаете, у ребенка, я хочу заметить, это на заметку дать родителям, мотивация будет всегда больше, если будет очень хороший контакт и общение с родителем. Uh-huh. То есть, когда он будет на эти темы в мягкой форме, а не тебе надо, школа идет, да, а когда вы все-таки понимаете, что это не работает на самом деле. То есть, вот это общение, которое про какую-то литературу, про какие-то задачи, то есть, когда оно вот выстроено на контакте, и вы чувствуете, что этот контакт есть, это важнее. Вот это идет конкретная подготовка тогда ребенка к школе. А вот так вот тебе сейчас надо, ты должен, uh-huh. Очень часто это у родителей, садят, особенно и старших детей, да, ты должен, но это пинают, как бы, ну, это будет бесполезно. Uh-huh. Тобто, мы спілкуємося с детьми, мы с ними проводим часу больше, готовим их, сами ну, готовим. Ну, то есть уже начинаем, да, готовиться uh-huh. к этому периоду, как-то вот все-таки выделять чему-то время, развивающим. И правильно даем им мотивацию. Да, все. Хорошая мотивация. Я думаю, наши глядачі запам'ятали, теперь будет и наша матуся с сюжету тоже будет знать, как готовить своего сыночка. Дякуємо вам. Нагадаю, Анна Демірпалат, психолог, сьогодні завітала до нашої студії. Тепер ви знаєте усі поради, як підготувати дитину до школи.